В этом году в рамках фестиваля впервые покажут спектакль. 3 августа в Зимнем театре зрители увидят премьеру театрального сезона, ироническую драму «Онегин блюз» с Алексеем Гуськовым и Игорем Бутманом в главных ролях. 4 августа в Сочи впервые выступит джазовая певица Сириль Эме. Продолжится фестиваль 5 августа на сцене фестивального. Там пройдет большой галоконцерт легендарной группы «Манхэттен Трансфер» саксофониста Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Нам тоже и почетно, и ответственно, и приятно здесь делать наш Сочи джаз-фестиваль. В этом году он вновь удивит и порадует своей программой поклонников джаза, гостей Сочи, сочинцев и вообще всех тех, кто неравнодушен к искусству, музыкальному искусству высшей пробы, каким является джаз, и который сейчас, на сегодняшний момент, даже наш российский джаз тоже завоевывает новый авторитет в мире. На следующий год вы увидите очень много новых молодых коллективов, которые мы специально привезем на юбилейный 10-й Сочи джаз-фестиваль. Чтобы подчеркнуть особый, уникальный статус Сочи джаза, наш уважаемый Игорь Михайлович Бутман вместе с коллегами провели ребрендинг фестиваля и поменяли название «Акваджаз» на «Сочи джаз-фестиваль». То есть, таким образом, нам тоже приятно, потому что это бренд, но в этом бренде есть «Сочи». И это бренд мировой. Помимо выступления ключевых фигур мирового джаза, в Сочи состоятся творческие встречи и музыкальные джем-сейшены.